самая брутальная одежда в мире. Painkiller. Забудь про боль выбора. Вступительное слово. Здравствуйте. Василий, очень приятно вас видеть. Как вы? Хорошо, вы как? Как Ачинск, Красноярск, Енисей, в конце концов, снега. Снега? Хорошо. Енисей не замерз. Он не замерзает, в принципе. Так что течение, да? Да. Хорошо. А что мы берем с вами? Деревенский продукт. Зачем? Картошку по-деревенски будем готовить. День гуляю, два гуляю, на застольях у родни. Вася, где сковородка? Ой, я не знаю, где у тебя сковородка. Ты что такие вопросы не задаешь? А рецепт чей? Деревенский. Картошка от пельменей. Правильно. Рецепт деревенский. Это русская по-любому. Не китайская? Коломенский продукт Московской области. Это на массу. На массу? Сухую мышечную массу. А на сушку нет? Нет, на сухую мышечную массу. На такой картошке можно где-то, ну, до 200 килограмм набрать. До 200. Это картофель болл с салопропином. Понимаешь? Да. Это ультракороткие препараты. Только на них можно набирать. Картофель болл, он смазывает суставы, связки. Такой, знаете, суставные сумки наполняет картофель болл. То есть это вещество, которое содержится в картошке. Салопропин – это короткий препарат, который как раз сушит. Я все правильно говорю, Вась? Да. У меня же сухая мышечная масса. Хлесткая. Кого ты такой резкий, братан? У нас, в принципе, все в семье такие маленькие. Нифига вы как чистите. Профессионально. Ага. Тебе это отрезал. Тебе раньше дадут, блядь, ведро картошки, скажут. Он чистит. Сегодня мы тушим картошку. А где такая? Надо же где-то чашечку с водичкой. Ну, по науке. Вот здесь посмотри, бро. Стружку положи. Расскажи, как питаешься вообще в деревне? Вот сегодня, вчера, допустим, ты в деревне же был? Да. Что ел? Короче, вчера что? Было так, что мама сказала, я поставила косточки, говорит, буду варить щи. Ну и все. Поставила варить щи, потом заходит, может, галушек, говорит, сварим? Ну и в итоге были галушки. А к вечеру были щи. Любимое твое блюдо? Ну, блюдо? Мясо в любом виде. Ты че, как? Давай куда-нибудь на туре съездим, поедим стейк. Зачем? Чтобы не солить, наоборот, оставить. Так оно так нормально усолилось. Да я тебе говорю нормально, чтобы не солить картофан потом. Чье сало ты солил, нет? Нет, сало это, сейчас скажем, это сало от простой свинки. Не венгерская волосатая? Нет, не венгерская волосатая. Приезжаешь в Москву, говорит, я говорит, жрать хочу, приезжай картошку мне жать. Кирилл, а ты чем питаешься? Как заметил, у меня пустой холодильник. До Нового года икра была, 40 килограмм лежала. Я вот надеялся, что приеду, буду есть икру. А, ты хочешь? Достали морозилки есть. Вот без шуток, у меня кончились обязательства, то, что я их должен рекламировать. Но ребята нас очень сильно поддержали на чемпионате мира. Так же, как и Субару, так же, как остальные. Знаешь, будем как делать? На горячую картошечку, ложечку замороженной икры, она будет таять и будет шикарно. Я только начинаю фудблок вести, ну там у меня я и яйца жарю. Пригласил Васю, говорю, давай деревенский рецепт. Картошку порезал, картошку почистил, сало достал, я сало рецепт, порезал. У меня рецепт, все, что. То есть, да, а где мясо-то? Ты реально что срезал, все съел? Да, да. И отправил, ну ты знаешь, что он в курсе, что он это делал, розыгрыш? Мясо продал, сало продал. И что там было? 15 килограмм сала. Ничего, он все мясо срезал, съел все, отправил. Томатный сок. Ёпта, вот это тема, бля. Сказал бы, кровь морала там. Конты морала, да. Хватит, я жирное не ем. Вот это да. Жирок, он же наприсит хорошо. Да, не нажим. Вот тяга, жирком к тяге плохо, как бы там это. Ну, жирок же мог. Прыщик в живот же есть и жим в живот есть. А вот тяги в живот я не знаю. Просто там 48-18. Уаа! Ты это слышишь? Самое главное, крышкой накрывать нельзя, надо, чтобы были, чтобы она жарилась была с поджарочками. Без шуток. Последний раз нарезал картошку лет 20 назад. Смотри. Шлеп. Какие 20? Серьезно, ты говоришь. Знаешь, какой я семенин буду, Владос? Мы взяли замороженный укроп, свежую зелень посыпать и маслица. Тут уже не надо маслица, там сало у нас. Ну, ладно. Самое главное, смотри. Штоматный сокус. Ну, томатный сок. Ты любишь? Томатный сок? Иногда, да. Но я его делаю с томатной пастой. Берешь хорошую минусинскую томатную пасту. Да, минусинская, да, хорошая томатная паста. 3 столовых ложки на стакан и водички. Минусинскую хорошую томатную пасту. Магазин находится по адресу
Минусинская улица, дом 2/5, и П. Комодский. Нет, все началось-то, нет. Сигара кубинская. Я искал сигару, чтобы тетечка какая-нибудь на своей толстой ляженьке, потной, кубинской, скрутила ее. Я видел эту сигару. Да, вот, так что это не просто сигара. Но так как она размером с два моих пальца, может даже быть больше, то курить ее нужно очень уметь. Только себя не затягивай, Сура. Я настолько отвлекся сейчас, что тебе не спалил все пальцы. Это зверюга, не беломор. Ну как? И не самосад дедовский. Слышь, говорит, братан, запрещеночки тебе дай накину, давай. Вот так вот, херакс. Чик. Ну-ка. Ну так вот. Лайк. Через 30 секунд. Кто ест картошку без томатного сока? Сметанка. Пугачевский, саратовский. Помидорки наши, радиоактивные. Ну что, радиоактивная станция? У нас, если напрямую, то где-то 40-50 километров. Это сколько там, 4 или 5 энергоблоков? Кто с Блакова живет? Немногие кто пишет, типа, как набрать массу. Вот вам ответ. Дешево и сердито. Это очень диетический продукт, редкий. Подойдет лишь только тем, у кого есть проблемы с печенью. То есть это она щадящая на печень практически. Даже наоборот, чистит печень. Суставы. С лишним весом. Кто хочет бороться с лишним весом? Это практически как детокс. Детокс что такое, знаешь? Нет. Тоже не знаю, но слышал, говорят, тема модная. Как детокс. То есть, ну, хотите похудеть, на рельеф, красивыми быть. Да. Подвестись к соревнованиям. Подвестись к соревнованиям, в принципе, за неделю до выхода на сцену. Чтобы вены на животе секлись. Рецепт иланский, Красноярского края, да? Да. Сайберия. From Siberia with love. Что говорить, я не понимаю. У нас мандарины, правда, китайские. Самая брутальная одежда в мире. Painkiller. Забудь про боль выбора.